Здорово, народ! Продолжаем цикл прохождения Чернобыля. Это уже седьмая серия, и не удивляйтесь, почему мы находимся в менюшке. Дело в том, что я хотел вне записи разобраться в верстаках, пошуршать что-то да как, а потом уже начать записи и рассказать, если что-то там сделал. Но вдруг по радио опять кто-то начал орать, возможно, Михаил. Так что давайте продолжим, послушаем, что он там говорит. Он только фразу успел сказать. Эй! Да. Алло! Черт, есть там кто? Михаил, ты в порядке? Михаил, да. Не особо. Я подорвал здание и застрял в нем. А еще здесь есть... Здесь что-то есть. Поторопись и захвати противогаз. Ищи в здании возле памятника. Ты умный парень. Думаю, сразу разберешься. Надо было мне раньше подумать про эти бочки. Этот газ... Мощная штука! Мне мерещатся голоса! Какие-то... образы! А может, это и не газ вовсе, а наркота, на которой он сидит. Но я все равно не могу его там бросить. Что за хрень? Это еще что? Оно пытается меня схватить! На помощь! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, что происходит? Видишь дым возле радара «Дуга»? Уверен, это дело рук твоего нового друга Михаила. Ну, сейчас пойдем его выручать. Кстати, тут такую небольшую подсказку я нашел в интернете. Да, я отправился с вопросом в интернет по поводу напарников. И дело в том, что, возможно, вот эти Михаилы, Сашко, вот этот, который был, Таракан, вот эти вот и будут наши напарники. Просто нужно пройти их квесты. Еще раз скажу, дело в том, что нам нужно все 5 бойцов, чтобы дойти до финала. Вот. Я себе ничего не спойлерил, я только что именно нужно. Я пытался разобраться, что именно нужно, как вербовать. Оказывается, вот эти вот как раз и есть сюжетные персонажи. Поэтому мы сейчас вылазки не будем делать левые, тупо будем по сюжетке идти, пока не появятся у нас персонажи. А их будем посылать на какие-то там левые уже. Раз тут можно улучшать, чё, почему его не будем улучшать, да? О, можно обойму поставить. Етить, колотить. Ставим вот это. Мне нравится барабан. Урок. Какой доступный, такой поставим. Удлиненный ствол, это чтобы... Сейчас, подождите. Урон. На урон давайте поставим. Возможно, уже просто ресурсов хватает. Ну, хотя бы какой-то прицел. О. Но это слишком будет. Такую оптику ставить. А это тепловизор мне не понравился. Давайте поставим. Почему бы и нет? Причем, смотрите, какая она кустарная, эта оптика. Как будто из трубы какой-то сделанной. Вот. Реально. Классно. Так. Ну ладно, все, пошли. Так, бинокль. Копачи. Потом мы узнаем. Бежим к Михаилу. А Оливер пусть сходит за припасами. Порт Припяти, груз медиков. Медикаментов. Рыжий лес. Ресурс, еду. Пускай. Все, не тревожься. Я в тебя верю. Я тебе дал дробовик и патроны тебе нельзя получать. Все, вперед. Милый мой Игорь, ты как старая черепаха, которая перевозит животных через реку на своей спине. Вот только некоторые из них скорпионы. А скорпионы жалят. Такова их натура. Какими-то метафорами говорят. Бесит. Несмотря на то, что Михаилу мы не помогли, сделали противоположное, что он просил. И мы-то особо тоже ничего не узнали. Для меня. Для Игоря вроде бы что-то было важное. Ну, в смысле, Татьяна, информация, я так ничего не понял. А также мне не нравится эти подергивания. Я поставил прогрузку объектов на максимум, но, видать... А также обновился... AMD FSR
0.1.1. Я сейчас поставил на качественно, поэтому немножко такая картинка стояла посветлее, и вроде бы текстуры масляные. Но ничего. Зато фиписы у нас нормальные. Кстати, как мы там улучшили свой калаш? Он на шестерке? Нет. А какой у нас? На четверке. Во! Смотрите, какая у нас оптика. У калаш. Жалко, что нельзя переключаться в режим. О, я для калаша-то не особо взял эти патроны. Ну что, пошли его выручать. Михаила. А заодно по вопросикам пройдемся, кстати. Как обычно, я забыл делать важную вещь. Радиация. Блин, вот мнение об этой игре у меня из стороны в сторону. А моментами кажется какое-то однообразие. Мы приходим по локации, с одной точки на другую переходим. И все. Но вот в последней серии мы встретились аж двух интересных персонажей, с которыми было весело. Вон, смотрите, вон еще кто-то сидит. Пойдем побазарим. Михаил подождет. Ты кто такой? Бродяга просто. Здорово. О, еще один замечательный покупатель! Хочешь заключить лучшую сделку в своей жизни? Не страшно здесь торговать? Уж я-то знаю, что делаю, милостивый государь. Торгую тут со времен развала СССР. Кроме того, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Похоже, ты много где побывал. О, большой базар в Тегеране, европейская ярмарка в Варшаве, площадь Таксим в Стамбуле. Где я только не был, дружище, чего я только не видел. Не сомневаюсь, но должен спросить, как безлюдная Припять может сравниться с такими яркими местами? Если есть спрос, я обеспечу предложение. Я атлант, расправивший плечи. У меня Путин, Трамп и Гейтс на быстром наборе. Смотри. Правда? А Стив Джобс? А? Да-да-да-да-да, он тоже. Конечно. Ну да ладно. Деньги правят миром, но бартер меня тоже устроит. Хочешь поторговать? Ну, почему бы и нет? Обменять пайки на снаряжение, обменять снаряжение на пайки. Ладно, посмотрим, атлант, расправивший плечи. Покажи, что у тебя есть. Два фильтра за один паёк. Керамическую пластинку, металлическую пластинку. Давайте металлическую возьмем. И фильтр. Закончим. Думаю, я пока наторговался. А ты также что за снаряжение за пайки? Конечно. На самом деле мне много чего нужно. Паёк за один противогаз. А, я не отдам противогаз. Думаю, я пока наторговался. Мне пайки не нужны. Удачи с твоей империей, атлант. Ха, спасибо. Но удача мне ни к чему. Там что-то есть. Кстати, я мышек не скрафтил. О. Ну, ребят. Он сразу телепорт... Да почему? Сорвайся. Мне не нравится, что игра подергивается. Кто-то еще тут есть. Так, тут мертвый солдат. Возьмем лучше дробаш. Есть кто-то еще? А, я забыл уже особенности игры. Она, когда ты заходишь в здание, почему-то мне подтормаживает. Ну, то есть она как бы прогружается. Там. Ну, вроде бы тут особо ничего нет больше. И причем я в этом здании был в прошлой серии. Чего за фигня с текстурами? Прогружайтесь, давайте. Так, давайте. Опа. А это где? Что за звуки? Ладно, пойдем тут кучу мусора проверим. А, это, по-моему, черный будет. Я туда не могу попасть. Эх,
Взрыватель. Ну, я надеюсь, что я сделаю в этой серии уже наконец-то верстак, который обрабатывает Чернобыль. Кстати, здесь должен быть Егорка. Но он, по-моему, не с нами сегодня. А кто там? Ой, солдатня. Парни, я же стелси забыл. Так. Угу. Я попробуем кое-что. Забрал. Забрал ваши жизни, мужики, и патроны кончились. О, а там что такое лежит? Противогаз. А, он, кстати, говорил, в каком-то здании там лежит противогаз. Может, он про это здание имел в виду? Ну, вряд ли. Он говорит, он, по-моему, за стенкой или что. Так, грибы — это важный ресурс. Без грибов мы не построим... Пачки. Стихотворение. 1, 2, 3, 4, 5. A hunter went for a walk. Плохой из меня англичанин. Ну, давайте подсказочка. 1, 2, 3, 4, 5. Охотник вышел погулять. Вдруг зайчишка выбегает и в охотника стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой. Вот и мрет охотник мой. Он пополз тогда домой и сказал, что смерть покой. Хм, окей. Нифига себе, зайчик. Ну, зайчик забыл, был вооруженный. О. Рахид за бароном. Окей. А, вот то самое. Нихера этот мужик наделал делов-то. Противогаз на кнопочку 7. Я смогу к тебе залезть? Нифига. Мужик, ты там живой, Михаил? А вон он лежит туда. Нар Солджер. Вот еще Нар Солджер. На него какая-то тварь напала. Последний раз, когда мы его слышали. Сейчас сначала залутаемся, а потом уже... Я что-то слышу. Так, тут мы не пройдем. Ау, ты так громко игр мне в ухо кричишь. Михаил! Ты живой, Михаил? Че с радаром так? Ты кто? Я же противогазы, какие глюны. Михаил? Миша, подъем, подъем. А это не Миша. Пройти. Ох ты ж. Да что ж в этих бочках? Видимо, какое-то отравляющее вещество. Может, смесь 78? Даже противогаз не спасает. Надо найти Михаила и свалить отсюда поскорее. Давай, давай. Ты как там? Кто? Отстань! Так, оно физически воздействовало на меня. Возможно, это не привидение. И не галюны. Прости! Ты Михаил! Кто? Ты не мамочка! И ты не мой дядя! Ты спишь у нее в комнате каждую ночь! Я когда вырасту большим, я тебе хрен отрежу и в глотку твою засуну! Надеюсь, ты хоть кристалл с собой принес! Он мне так нужен! Очень нужен! Он про метамфетамин, что ли? Этот парень, правда, нарк какой-то. Сзади!
Сзади! Ты чё? Михаил? А и правда, кто-то сзади. Кристаллы. Ты никогда не получишь мой кристалл! А еще кто-то есть? Ты! Не трогай маму! Тихо, Михаил! Давай я разберусь. Ага, это была дверь закрыта. Чертовщина. Так, черноболит мы взяли. Где-то еще есть, походу. Михаил, ты как... Гребаный Михаил, а? Куда он делся? Миша! Газа все больше. Если не уберемся сейчас, останемся тут навсегда. Отвали! Сука, ты предатель! О, хоть дверь открыли. Игорь, ты как тут оказался? Сам насчет позвал. Базы данных Дар. Мы можем считать, что тема закрыта? Ты спас мой зад, и я благодарен. Но это не значит, что я тебе доверяю. Но ты можешь мне доверять. У нас общие цели. Угу. Я вот тоже так думал. Но ты завалил миссию. Теперь мне ясно, что это не так. Так что давай, увидимся. Или нет? Конечно, нам нужен человек. Пойдем со мной на базу. Тебе не помешает отдых. Может, лучше в прятки сыграем? Ты пойдешь нахрен и там спрячешься. Ты облажался. Подставил нас обоих. А теперь ждешь моей помощи? Хрен тебе. Объяснить. Слушай, Миша, прости, что мне пришлось отступить от плана. Ни хера ж себе! Ты не отступил от плана. Ты тупо попер на пролом и все испортил. Знаю, я знаю. Но я пришел, когда ты был в ловушке. Беспомощный, один. Заблудившийся в галлюцинациях про твою маму и ее... А вот тут притормози, дружище! Ты можешь называть меня алкоголиком, говорить, что я нарк, преступник или насильник, мне насрать! Но даже не вздумай. Ты усек? Не вздумай. Никогда говорить... О моей маме! Ты понял меня или нет? Ладно, ладно. Да, я все понял. Тебе реально нужна помощь. Да! Мне была нужна помощь. Нужна была твоя помощь. А ты меня кинул. Вот и сказки конец. Просто приходи на базу, и мы все это обсудим, когда оба немного остынем, ладно? Ты только не пугайся, ладно? Я открою портал, и ты сможешь вернуться на базу. Поехали. У нас пополнение. Ну, наконец-то. Наконец-то будут помощники. Михаил ухудшился, плохой. Ну, мы это решим. Не знаю, пусть на фикусы посмотрят, там радио послушают. Так, ладно, давайте еще немножко ресурсов пособираем и пойдем на базу строить верстаки. А, тут можно было пройти все время. Ладно, я понял. Пусть эти противогаз надо снять. Вот. Хорошо, что я отмычку скрафтил. Наконец-то. Не, миссия была интересная, если честно. Гольнуны.
Михаил, Игорь. Не, валим, это плохо. Отходим, все. Отмен операции. Кто там? Так, расходный материал. Да, используем. Облучение пока. Аптечку я не буду трогать. Здоровье. А у нас нечем. У нас только есть аптечка, но... Я предлагаю ее не трогать. Лучше сохраниться. И будем аккуратно передвигаться. И дома уже скрафтим себе супчик. Ну или поспим там, мне кажется. Грибы. Туда нельзя? Хотя, в принципе, можем валить. Я думаю, там грибов хватит, чтобы построить верстак. Да. Взрывателя. Морти. Ты что вытворяешь? Жить надоело? Ну вот и что? Чего мы добились? У тебя, кстати, предсмертное желание есть? Ты все перепутал. Предсмертное. Только помирать не я буду, а они. Я не остановлюсь, пока не порву на части этих уродов вместе со всей их шоблой. Уж ты мне поверь. То есть это у тебя личное? Вендет такая? Личное? Не твое собачье дело. У тебя одна задача была. Уронить гребаные сервера! А вместо этого ты решил поискать эту свою барышню. Эх! Плевать! Мне сейчас надо кое-что другое выяснить. Ну ладно. Тогда не буду мешать. В общем, без обид. Береги себя. Ну, она будет долго это припоминать. Так, награда грибы. Не выполнил, только грибов собрал. Спокойно теперь в вашей команде, убежище. О, а чё Михаил? В хорошем состоянии, он уже написал, что было плохо. Ладно. Так, все поедите. А я один паёк возьму. Так. Мне, конечно, не нравится это напыление, которое на мне. Ну окей. Похоже, Игорь, мы допустили целую кучу ошибок. Может, стоит пересмотреть твой подход, ну, ко всему? Ну, я разберусь как-то. Почему? Инфер заполнен, освободите место. А, ну давайте сначала я сейчас построю верстак. Вот, позволяет изготовить аптечку, лекарства от радиации, спирт. Не то. Позволяет изготовить противогаз фильтры. Разбирать любые материалы на ресурсы. Позволяет изготовить отмычки. Позволяет изготовить черноболит, взрыватель. Вот оно. И что, чего не хватает? Чего не хватает? Не, все хватает. На, конечно. Нихера лабораторию. И что это? Есть редкое вещество в виде кристаллов. Свойства происхождения неизвестно. Оружие одноразового использования автоматически применяется при попытке разрушить стену черноболита. Давайте. Грибов не хватает, да ё-моё. Окей. Можно поговорить с Михаилом? Проголодался, Игорь? Пока нет, спасибо. Ты что-то готовишь? Да я шучу. Я бы с тобой мясом делиться не стал. Я бы им даже заклятого врага не угостил. Хотя это разве что врагу и можно предложить. Ты о чем вообще, Михаил? Я в зоне много времени провел. Очень много. Проворачивал разные делишки. И по ходу дела я много узнал о том, что произошло с нашей милой родиной после взрыва сраного реактора. И что же? После того, как ваши тупорылые ученые устроили взрыв и облучили пол Европы,
Кто-то сказал аппаратчикам, что нужно перебить весь скот в окрестностях. 50 тысяч овец, коров и прочего скота. А как еще? Прискорбно, да, но это был вполне разумный шаг, Миша. Разумеется. Но мы же славяне, у нас смекалка и деловая хватка. Мы всегда найдем лазейку. Ха! Даже 100 лет коммунизма недостаточно, чтобы искоренить нашу врожденную изворотливость. В общем, какой-то гений решил, что не дело это, сжигать такую кучу мяса. Да, животных всех забили, но трупы не утилизировали. Вместо этого светящееся в темноте мясо перемешали со здоровым и отправили в Москву. Здорово, а? Чего уж тут здорового, Миша? Светящиеся сосиски напугали партию до усрачки. И они решили немедленно отправить их подальше. Ну куда? В Грузию, Украину, Казахстан. Эта история уже стала достоянием общественности. Такой подарочек никому получить не хотелось. Так и появился поезд-призрак, колесящий по Украине и Беларуси от одной станции к другой, набитый радиоактивным мясом, к которому никто не хотел притрагиваться. И ездил он по СССР 3 года. 3 сраных года. Пока, наконец, не сломались рефрижераторы. И вот тогда в КГБ, наконец, зашевелились. И соизволили закопать груз. Но мне удалось стащить один кусок мяса на память. Уверен, он однажды мне очень пригодится. Пригодится? Для чего? Ну, пока не знаю. Может, как сувенир, а может, для какого-нибудь шантажа. Ты с ума сошел? Не смей даже приближаться к нашей кухне с этим своим мясом. Блин, забавная история. Миша, ты всякое повидал. Можешь научить меня выживать в зоне? Говно вопрос! Это ты очень круто придумал, Игорь. Одобряю. Споры приготовления травок и грибов, поиски еды, лечение огнестрельных ранений. Без своих навыков я бы в этой дыре долго не протянул. А, собирательство. О, кстати, да. Все побольше, наверное, ресурсов. Отлично. Получал. Тогда начнем. Чем мы там занимались? А, вспомнил. Я научу тебя собирать припасы. Сталкеру охрененно важно уметь различать травы и грибы. Понимаешь? Mm-hmm. А еще нужно подмечать по дороге всякую полезную хрень. Ну там электронику, запчасти. Ясно тебе? О, то что надо. Из этого говна можно собрать что-нибудь очень крутое. Главное не тормози и гляди по сторонам. Если будешь слоняться как идиот, какая-нибудь тварь подкрадется и отгрызет тебе жопу. Поэтому мы будем практиковаться по секундомеру. Я дам тебе 60 секунд, чтобы найти что-то полезное. Пофиг, готов ты или нет. 3, 2, 2. Пошел! Да, все собирать. Грибы, грибы. Блин, не достаю. Радиация нам нипочем. Тикают, Игорь. Осталось 40 секунд. Ну, хватай. А, еще есть. Ну, такая вот тренировка. Бегать. Я до этого 6 серий пробегал вот так. Лазил. Собирал всякое говно. Есть еще? Конечно, есть. Вот еще грибы. Шевели булками, профессор. 10 секунд. А, сейчас, да, сейчас. Последний гриб.
это был последний? Время вышло. Ну, Игорь, посмотрим, чего ты насобирал. Неплохо для ученого динозавра вроде тебя. Совсем неплохо. На этом все, Игорь. По сути, не знаю, наверное, дальность. А интересно, этот ресурс сохранился у меня, который я собирал сейчас? А ну пойдем проверим на верстаке. Да, класс. Взял себе и нафармил. Ну пока один взрыватель сделаем. Я не знаю, может для чего-то еще Чернобыль пригодится. Хотя вряд ли. Давайте. 10. А, изготовить. Я понял, можно потом будет изготовить. Из каких-нибудь кусков необработанных. Отлично. День седьмой, утро, доброе, Михаил имеет новый статус, тревожится, что такое? Наркоты ему не дал. И, ребятки, я на этом буду с вами прощаться, это была седьмая серия Чернобылит. Мы наконец-то себе наняли человека, не знаю, то есть приняли свою команду, даже не приняли, а завербовали больше так. Вот, наконец-то мы построили верстак, который позволил нам создать взрыватель Чернобылита. И немножко обустроили базу. А бы как, но, видать, мало, потому что... потому что статусы не менялись. Ну, вы все видели. В общем, всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, лайки, всем добра и пока. И увидимся уже... Если мне не изменяет память, то это будет в субботу. То есть после 6. В воскресенье он выходной, никаких серий. И увидимся уже в понедельник. Да. Так что всем пока.